Предпринимателям от ИРАО препятствуют выделение земельных участков под парковки и озеленение. С такой проблемой владельцы бизнеса обратились в региональную палату предпринимателей. Местные исполнительные органы нарушают земельный кодекс, причем это происходит на системной основе, уверены бизнесмены. В проблеме разбиралась моя коллега Алия Жамитова. Нурбек Садыков, представитель строительной компании, обратился в палату предпринимателей от Раутской области с жалобой на городской акимат. Там ему отказали в предоставлении земельного участка для благоустройства и озеленения. Хотя по действующему кодексу земля под эти цели бизнесу дается вне торгов. После утверждения эскизного проекта мы начали строительство многоэтажки. Однако позже стало известно, что согласованный в отделе архитектуры участок для благоустройства, озеленения и подъездного пути был предоставлен третьим лицам для индивидуального жилищного строительства. Решением исполняющего обязанности акима города Атырау 22 февраля 2022 года. В итоге компания осталась без земли для благоустройства и парковки. Теперь это может привести к проблемам при сдаче законченного объекта и его дальнейшей эксплуатации. Более того, предприниматель может понести большой ущерб. На сегодняшний день у тех, кто получил по эскизному проекту, вот земельный участок, он не может на нем проводить свои работы, потому что у другого человека есть решение акима, которое имеет юридическую силу больше. Таким образом, не знаем, каким образом акимат хотел сделать благое дело, запутал предпринимателя. И все это носит системный характер. Решение акимата о предоставлении земель под парковку, благоустройство и озеленение оформляется в виде приказа городского отдела архитектуры и градостроительства. Поэтому действия акимата противоречат нормам земельного кодекса. И если такие действия со стороны госорганов продолжатся, палата предпринимателей будет вынуждена обратиться в суд. Алия Жамитова, Канат Ериев, Атамекен Бизнес, Атырауская область.